Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный заливной пирог из молодых кабачков, без муки. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Высыпаем в миску манку. Добавляем туда сметану. Перемешиваем хорошо. И даем настояться 10 минут, чтобы манка разбухла. Кабачки натираем на крупной терке. Добавляем в них пол чайной ложки соли. Перемешиваем. И даем постоять минут 5, чтобы они пустили сок. Тем временем замешиваем тесто. В миску с манкой вбиваем яйца. Добавляем оставшуюся соль и хорошо перемешиваем. Также натираем сыр на мелкой терке. Из кабачков отжимаем сок. Удобнее всего это делать с помощью сита. Хорошенько прижимаем, чтобы весь сок ушел лишний. Отжатые кабачки перекладываем в тесто. И размешиваем до однородного состояния. Берем форму для запекания, смазываем ее хорошо маслом и перекладываем туда массу из кабачков. Разравниваем. И посыпаем сырной стружкой. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке ровно 30 минут. Прошло полчаса, наш пирог покрылся аппетитной румяной корочкой, можно подавать к столу. Вот и все. Вкуснейший заливной пирог из кабачков готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.